Сегодня для меня особенно приятный вечер. «Светская жизнь» поздравляет с юбилеем наших коллег, ведущих программы «Барышня и кулинар» Михаила Плотникова и Анны Семенович. Сотый выпуск кулинарного шоу отметили в одном из самых престижных московских ресторанов под вспышки фотокамер и улыбки звездных друзей. Главные герои, разумеется, стояли у плиты. Роскошная Анна Семенович готовила изысканный салат с инжиром, ветчиной и гранатовыми зернами. А Михаил Плотников выбрал блюдо для настоящих мужчин. Я чемпион по варке рака, причем официально у меня даже кубок есть, чемпион в Москве по варке рака. Поскольку я парень из Волгограда, всех варите. Я варю их по спецрецепту, я его придумал. Этот рецепт, я варю рак так, как не варит никто в мире. Более того, я рецепт этот увидел во сне. Сочетание двух основных вкусов, я как Менделеев таблицу свою увидел во сне. Я проснулся и гипотетически понял, что если соединить вкус сухого укропа с яблоками и медом, то раки должны получиться бомба. Ни рассол, ни молоко, ни вот это. А вот... вы просто перед варкой кладете. А это я вам не расскажу. Я вам покажу, да, ты дам попробовать. За время существования программы «Барышня и кулинар» Анна Семенович научилась варить супы. Я вот люблю очень сырный суп, он очень прост. Это плавленый сырок, цветная капуста, картошечка, немножко риса. И еще у меня маленький есть секрет, я туда немножко выжимаю лимонного сока, что придает такую легкую кислинку. Получается очень вкусный сырный суп. Олег Яковлев приехал с молодой женой Александрой Куцевол. Как оказалось, готовит в семье муж. Нет, ну Сашка мне кашку готовит и так далее. А там я вечерками, там иногда и из грузинской кухни чего-нибудь, ну, и из бурятской, и там еще что-то. Из бурятской расскажите нам. Из бурятской, ну хорошо. Берете стакан сметаны, такой хороший, жирный, вот, на сковороду. Вот, она вскипает, потом буквально там кулачок муки, соль, сахар, естественно. И прям заваривать ее как кашечку. И прям до появления масла. Это такая штука хорошая в дорогу, что просто меня поблагодарить, потому что это сытно, вкусно и здорово. Это из бурятской кухни. Возможно, эти и другие рецепты вы сможете узнать из очередного выпуска программы «Барышня и кулинар», которая выходит на нашем канале каждое воскресенье. Есть любимый рецепт – готовить хорошее настроение. Каждому человеку нужно, прежде чем готовить себе завтрак, приготовить хорошее настроение. Вот это самое главное. Напоминаю, что вы смотрели рубрику «Светская жизнь» на канале «Настроение», который с понедельника по пятницу помогает вам начать новый день. Не переключайтесь. Вот и все, что я хотела рассказать. С вами была Анна Субботина. Увидимся.